Для некоторых жителей Владивостока, особенно автомобилистов, некоторые дни выдаются щедрыми на подарки. Виновники такой внезапной радости для горожан – ведущие радио «Лема». Каждый будний день любимцы радиослушатели ездят по улицам города на «Лемомобиле», а по подсказкам в прямом эфире горожане ищут, где припаркована машина. Обнаружив, получают заслуженные призы и памятные подарки за верность радиостанции. Проезжал на своей машине в сторону туда маяка, вот, увидел вашу машину. Я слушал радио, сказали, вот, я не знаю, кто говорил в прямом эфире, что пробка большая, вот, на Ершельде, ну, как всегда, в течение дня, и вечером, и утром. Вот. А тут раз, пробка рассосалась, смотрю, вы стоите на видном месте, флаги, все, как бы увидел. В ходе акции, которая прошла на днях в приморской столице, сражаться автомобилистам Владивостока было за что. В пакетах от «Лема» оказались вкусные мясные деликатесы от мясоперерабатывающей компании «Корбан», а также сертификаты в ювелирный дом «Иста». Кроме того, победителей поджидал и сладкий сюрприз. Во время проведения акции «Лемомобиль» находился в трех разных точках города. От желающих найти его, как рассказали ведущие радио, не было отбоя.